Меня зовут Ольга Пырочкина, я старший редактор национального телевидения Чувашии. Говорят, бывших танцоров не бывает. Я перефразирую, бывших телевизионщиков не бывает. С самого своего первого сюжета я влюбилась в эту работу, в камеры, в эфиры, и теперь просто не могу без этого жить. Я работаю на телевидении, потому что это дает возможность находиться в самом эпицентре событий. Наш желтый микрофон и бейдж, на котором написано СМИ, это пропуск куда угодно. Я работаю на телевидении, потому что мои бабушки могут каждый день видеть меня по телевизору и хвастаться своим соседкам. Я работаю на телевидении, потому что каждый следующий день не похож на предыдущий. Это постоянные новые темы сюжетов и передач. Но вот кто еще может сказать, что он видел, как делают конфеты, как ныряют водолазы в зимнюю Волгу или как очищают воду перед подачей в водопровод? Я работаю на телевидении, потому что я любопытная и люблю задавать людям разные вопросы. Мне как-то приходилось задавать вопросы даже Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Я работаю на телевидении, потому что умею и люблю это делать.